Итак, всем привет, с вами ДПГ, мы продолжаем играть за Японию в ДНО. Вышли мы из всех наших кризисов, по крайней мере пока что. У нас прекрасные росты экономики, доходов. У нас наша сфера прекрасно развивается. Мы и в Южной Америке все получили некоторые, так сказать, пункты воздействия. И в Африке неплохо так закрепились тоже. В общем, все продвигается достаточно хорошо. Посмотрим, что будет в будущем. Поехали. Ну и, кстати, да, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. Смотрите-ка, Йеменская гражданская война. Еще одно место, где мы можем что-то как-то повлиять. Конечно же, повлияем. Мы можем послать добровольцев. Нужно вот что нам сделать, конечно же. Добровольцев разрешить себе. Потерять жары, допустим. Помощь авиации, помощь советниками. Помощь деньгами. То, что можно дать, мы, конечно же, даем и отправляем туда военную поддержку. Ну и я жду, пока мой генерал доедет. Но в целом мы уже, по-моему, здесь победили. Да, здесь еще и Италия отправила туда добровольцев. Но в целом шансов, конечно, нету. Особенно, когда наши дивизии прибывают. На самом деле, даже можно было не отправлять никакую поддержку. Просто одних только добровольцев. И здесь закончилось, но сразу появилось новое восстание в Омане. Ага, ну видите, здесь, видимо, сейчас пойдет одно за другим. Окей, это уже интереснее. Воздушная поддержка, советников-то тоже. Экономическую помощь, наверное, уже нет. Мы и так хватает. Я бы сказал. Самолеты никуда нельзя, но наших дивизий должно хватать. Смотрите-ка, еще и восстание в Египте произошло. А эта территория раньше не контролировалась ли Италией? Мне кажется, что да. Но Египту давайте можем, наверное, дать ей экономическую помощь. У них тут есть что-то производится. Можно попробовать побольше инвестировать. Мы можем послать аж 4 дивизии в Египет. Это будут 4 танковые дивизии. Мы просто пронесем их абсолютно моментально, я бы сказал. Еще и можно авиацию закинуть. Тоже пускай помогает. И на этом моменте у нас практически закончились фокусы. Экономически точно остается лишь добить военные. И да, видимо, весь Ближний Восток начинает взрываться. И да, Ираку тоже сильно надо помочь. Ну, все, помогаем. Не стесняемся, у нас на все хватает ресурсов. Можем и туда отправить добровольцев. Еще 4 дивизии, но тут уже... У нас не так много всего осталось. Давайте, наверное, сделаем еще, наверное, парочку. Даже можно не парочку. Нормально так. Дивизию. У нас есть на это деньги. Наш контингент военный стоит немножко расширить, я бы так сказал. И вот эти дивизии, в принципе, можно позволить себе их сделать вот такими. И такими в Ирак и отправить. Еще и самолет один. Прекрасно. И наш эсминец затонул у Йемена. Сразу все хотят немножко... Да, мы должны вмешаться. Мы вмешиваемся очень активно. Я чувствую, сейчас из этого сделать какой-то глобальный конфликт, но мы его закончим просто почти... Да, нефтяного кризиса. Мы его закончим просто за несколько недель, этот нефтяной кризис. Посмотрите. Да, смотри, сколько нам дебафов накинули. Ждать бурю и молитва о чуде. Чего себе. Да ну, мы с этим разберемся моментально. Еще и синтетическое топливо, смотрите-ка, сделали. Рост ВП минус 25% сделали. Господи, ну что же вы... Они явно преувеличивают ситуацию. Мы с ними разберемся моментально. Ой, Китай модернизирован тем временем. Прекрасно, наши инвестиции, так сказать, окупаются. Прекрасным образом. Ну да, видите, здесь мы почти закончили. Из кризиса в кризис. Что мы сделаем? Да какой кризис? Вон, наша армия уже там. Тут, ну, кризису 2 дня. О, ребята. А, из-за этого мы не можем фокус брать. Но мы уже взяли все, кроме бесполезных фокусов практически. Так что, ну, как будто пофиг. Ну ладно, сделаем вид, что мы очень боимся этого кризиса. Хотя, ну, вы видите, да, мы просто полностью остановили его. В Египте сейчас закрасим, тут осталось немножко. В Омане уже закрасим, сейчас осталось немножко. А Мадагаскару поможем. У нас, собственно, проблема. У нас нету проблем. Да, какие-то непонятные вообще вещи они говорят. Ой, у нас появились фокусы, которые были спрятаны. Солнце не должно... А. Снимаем, в общем-то, советы. Ну, давайте, будем сейчас советоваться. У нас все еще экономика в плюсе. Налоги не будем в следующий раз снижать, чтобы как бы слишком доходы не упали. И да, нам искусственно снизили ВВП. Да, ну, мы себя чувствуем уверенно. Ну и вот, уже Египет здесь победил. Осталось немного. Ну и смотрите-ка, и вот эти африканские государства дальше расширяются, пока Америка занята.
Ну, по идее, они наши, хотя, блин, очень странно, что мы решили поддерживать коммунистические режимы какие-то. Я вообще не удивлюсь, если они вдруг потом внезапно окажутся не сильно лояльными нашей сфере влияния. Но раз и у игры нет других вариантов, то как бы так и быть. У нас реально не остается, что нам еще делать. Да, Египет там еще кого-то победил. А все, да? В Египте все уже стало хорошо. Так, нам нужно... Смотрите-ка, можем там с армией что-то улучшить. Давайте сначала улучшим наше собственное производство, как я понял. Потом с Италией улучшим отношения. И Италия, потому что типа контролирует нефть много. Хотя, ну, объективно говоря, не сильно много, да? Нефть вот здесь, нефть вон там. Должна быть, по крайней мере, да? Нефть чуть-чуть здесь. Может, где-то там, но вряд ли. Ну, как бы... И Америка, конечно, имеет кучу нефти. Но все еще весь мир одинаково страдает. Ну и смотрите, в Ираке мы уже закончили, сейчас закончим здесь еще. Уровень бедности начнет расти. Типа, ну я даже не вижу серьезности этого восстания, что вот сейчас закончится. Можно аутсорсинг, либо что? Продолжительный рабочий день. Увеличиваем ВВП. Ну и здесь мы закончили, да? Все. Кто еще воюет? А, Судан, Судан. Давайте в Судан еще слетаем. Ну и вот, наши танки сюда приехали. Я думаю, мы сейчас моментально здесь прокатимся по всем. Ну да, мы просто идем, как будто здесь и нету дивизии. Нам нужно просто покрасить. Смотрите, еще в Центральной Азии что-то происходит. Вмешательство в конференцию тюркского Кеноса. А, решение, да? Это где? Это вот здесь. Итак, у нас новая мини-игра. Туркменистан надо, чтобы не объединиться, я так понимаю. Точно нужно отложить конференцию, и сразу же можем ее подкупить, я так понимаю. И вот так вот потихоньку мы увеличиваем количество нейтральных, а потом, наверное, у нас будут те, кто в пакт захотят, судя по всему. Ну и да, здесь американские силы имеются, но сейчас мы просто здесь все повайпаем, и удачи им совсем, то, что я могу сказать. Вот уже капнула первая сторона. Надо только следить, конечно же, за топливом, чтобы мы сильно далеко от пунктов снабжения не уехали. Вот сейчас вот здесь возьмем Хартум. И, в принципе, все окей, здесь тоже докрасимся. Ну, так как мне нечего делать уже у меня внутри страны, буду застраивать Китай. Ну, что нам еще остается? Технически их ВВП тоже часть нашего ВВП, по крайней мере, нашей сферы. Их ресурсы мы как-то, по идее, получаем. На самом деле, типа, нет, ну, как бы, а что мне еще делать? Что мне еще строить? Школы и это у меня есть, остальное все мне кажется абсолютно бессмысленным. Может, только госпиталь еще, но в целом да. Ну да, я вайпнул вообще здесь американцев. Думаю, на этом все. Так, по-моему, на этом, в общем-то, все. Ни одного конфликта. Да, все. Мы даже не успели, ну, половину фокусов взять, не знаю. Если бы я еще Судан сразу видел, то еще раньше бы закончили. Ну и что, это ваш нефтяной кризис такой огромный. Столько дебафов навесили, а ну... Он уже закончился. Я включил эту музыку, тоношевскую. Я ее не включал, потому что я боялся, что там будут права. И, господи, какая же она отвратительная. Вернемся к старой. Она, конечно, уже жутко надоела, но тоношная просто отвратительная. Я не удивлен. И Франция вступила, кстати говоря, к Америке в Организацию Свободных Наций. Ну, удачи им там. Тут говорят, что армия нас поддерживает. И я заметил, что у нас паранойя 116. Давайте-ка это... Немножечко паранойей это займемся. А то как-то опасно выглядит, не знаю. Я так понимаю, флот тоже нас прекрасно поддерживает, шикарно. Еще и промышленники какие-то нас поддерживают. Короче, нас все поддерживают. И дом этих пэров поддерживает нас. Ну, конечно, конечно. А у нас же, ну, абсолютная поддержка народа, абсолютная поддержка в парламенте. Все абсолютно. Уровень бедности падает. Ну, кстати, с уровнем бедности мы вообще разобрались жестко. Бедность мы убили в нашей стране, так сказать. Ну, кстати говоря, там, видите, мы там повыполняли всякие штуки, поэтому получаем дополнительный бонус. Бонусы отсюда получаем больше. С Италией мы подружились, поэтому тоже нормальные бонусы. В общем, мы молодцы. Сделали все отлично. И я не очень понимаю, как здесь что работает, но, судя по всему, мы получаем делегатов. Есть какая-то бомба, но нет, бомба на конференции мы осуждаем такое. Я думаю, мы просто сможем их себе как-то позвать, судя по всему. Ой, смотрите, после этого фокуса можем нормальные фокусы делать, окей. И еще кого-то можно в нашу фракцию позвать будет. И тут убили еще Шаха Ирана, тоже звучит опасно. Но я думаю, мы справимся.
Ой, теперь можем их всех себе поприглашать, смотрите-ка. Прекрасно, прекрасно. Давайте начнем с Ирака, пожалуй. И в то время началась гражданская война в Иране, чувствую. Его мы тоже сейчас подожмем под свое крыло. Смотрите, Исламская Республика Иран — это наша страна. Всю поддержку, что мы можем оказать, мы, конечно же, окажем. А послать силы туда обязательно нужно. Смотрите, сразу можем авиабазы построить, построить там крепость какую-то. Блин, вы, японцы, молодцы, просто за месяц дистанционно крепость возводят в другой стране. Вот технологии, до чего дошли. Здесь еще есть авиабаза, самолетики поставили. Под самолетиками, я думаю, они спокойно продержатся до того, как мы туда придем. Даже больше, наверное. Ну и мы вроде как моментально начинаем пробиваться здесь. Смотрите, как Германия хочет получить от нас помощь нефтяную. Слушайте, а почему бы и нет? По-моему, у нас и так сейчас проблемы почти закончатся. Почему бы еще немцев не посадить на нашу нефтяную иглу, а? Под шумок мы тем временем отжимаем у Германии их Иран. Но это уже, как говорится, другое. Ну и да, Исламская Республика победила достаточно быстро. Слушайте, а... Пакт. Слушайте, а пакт это случайно... Это вот этот пакт. А, это не наш пакт. Турки и пакт. Это вообще не мы. Не то, не то, точно. А, тогда нам нужно не давать им что-то сделать. Конечно же. А то я понял, это Германия, видимо, влияет. Все, а мы хотим, чтобы ничего там не произошло. Странно, можно было бы дать им объединиться под нашей, почему нету нашей? Та стороны тут. Не знаю, третья вот здесь. Да где угодно. Ну ладно. Можно еще в Южный Судан инвестировать? Да, конечно. Ну, мы-то... У нас нету кризиса. У нас рост ВВП в плюсе, дефицит минимальный, то есть в пределах нормы. Как бы у нас и до этого он был тоже. То есть долг уменьшается по отношению к ВВП, все прекрасно. Я так понимаю, что скоро, наверное, они начнут между собой еще сражаться. Да, вон там я вижу ЦРУ уже. Это непонятно кто. Это тоже непонятно кто. Но вот эти наши. Ну, сейчас разовьется, поможем. Внимание, игра не ожидала, что мы можем так быстро завершиться. Ну да. Там напряжение между государствами уже почти максимально, так что вряд ли получится. Ну и все. Избавились полностью от кризиса. Экономика вновь прекрасным образом растет. Чуть-чуть темп поменьше, но нас все еще устроит. Ну это, конечно же, альянс распался, кто бы сомневался. Отправляем туда дивизии обратно, что я могу сказать. Ой, у Италии теперь есть ядерное оружие. Ну, они в нашей сфере. Так что, в принципе, мы не сильно против. Потому что все равно мы монополию вряд ли сможем, так сказать, удержать. О, результат инвестиций плюс ВВП. Мы еще присоединяем к себе теперь кого-то. Отлично. На севере закончили, осталось здесь американцев добить. А в Германии восстание рабов тем временем. Эх. А мы же, да, добиваем Иран, и теперь мы контролируем практически всю мировую нефть, пожалуй. Да, и мы, конечно же, победили. Очередная нация освобождена. Прекрасно, они еще и прям в альянс вступили. Шикарно. И нас Америка временно, видите, пошатнула, но уже по числам мы выше. Не обновились просто положения. Вернули все первое место экономики. И сфера мирового уже 30% экономики контролируем мы. И мнение императора еще больше улучшается у нас. А, все, ребята. Вот мы и закончили. Бомба на конференции так и не взорвется. Ну, порядок опускается в сумерки. Ну, ладно, у нас включается какой-то аркадный режим. Видимо, можно будет воевать. Да. Ладно, на этом давайте, наверное, и закончим. На самом деле, достаточно неожиданная концовка. Я и забыл, что на этом, в этом моде больше ничего и нету. Позанимались какой-то фигней вот этими механиками, и все. Как сказать... И впечатление в итоге о моде. Вот эти механики внешних каких-то конфликтов, внешняя политика. Прикольно, прикольно. Я бы сказал, это очень неплохие механики. В среднем. Часто бывает там непонятная какая-то фигня, но в среднем неплохо. Другой вопрос в том, что кроме них здесь больше нечем заниматься. Ты можешь себе на цифры вот эти вот повышать, но они буквально ничто не дают. Да, это ваши фабрики, но фабрики тебе тоже не нужны, потому что тебе нужно строить военные заводы. Ты можешь просто все отправить вот сюда на военные заводы, этот ВВП. И все равно тебе хватит, вот, не знаю, 40, даже на самом деле 20-10 заводов, потому что ты не воюешь. Тебе не нужна промышленность, потому что ты не воюешь. Очень-очень странный геймплей. Вырвигразный интерфейс, просто отвратительный. Но, кстати, вот механика интересная. Буду ли я в него играть снова? Нет, ребята, я очень устал. Мод меня крайне утомил, он очень медленный, какие-то непонятные постоянно. Я, кстати, читать еще что-то.
На этом канале видео по ТНО больше никогда не будет, как и обычно. С вами был Дубдей. Обязательно подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ты скоро в бусте. Все как обычно, и до скорых встреч. Всем пока.